Բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Ինչ կաչկա։ Ինչ ես նայում։ Չուրջքելո։ Չուրջելո նայում։ Держи чучело. Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей. У меня в гостях сегодня Винусик. И на самом деле мы сейчас вот вспомнили какие-то слова из армянского, которые мы помним. Еще я помню, что че это не, чка это нет, ха это да. Ты что-нибудь помнишь из армянских слов? Ну, балес. Это что? Как типа любимый, малыш, а что такое балес? А, ахчиджан, араджан, ахпель. Это, кстати, не знаю, армянский или нет, брат. И еще знаю, сейчас, подождите, я вспомню. Эскисюмен. Естественно. Итак, сегодня мы будем пробовать с вами сладости с Кавказа. И у нас целая коробка, огромная, разнообразной чучхелы. Лена очень любит чучхелы, она мне сказала. Да. Поэтому именно она будет со мной тестировать. Мы, значит, смотрите, у меня целая коробка чучхелы, но есть наборы. Вот. Этот из грецкого ореха с такими вкусами, как виноград темный и светлых сортов, гранат, вишня, абрикос. 5 видов. Также у нас такой же набор большой, только с фундуком и с тем же вот соком. Я вообще не знаю, честно говоря, как оно делается, но я почитала, здесь все очень натурально, все вот прям полезно, знаете, клетчатка, орехи, тут все суточная норма в одной чучхелы. Сейчас мы нарежем их в разные тарелочки, в одной с фундуком, в одной с грецким орехом, и будем пробовать. Как на рекламе. И главное улыбаться, держать марку. Ты готова к тесту? Конечно. Ну все, пойду порежу. Ну что, вот я нарезала, здесь у нас с фундуком, здесь у нас с грецкими орехами. В общем, будем пробовать. Давай, с чего начнем? Ну давай. Хочешь грецкий орех? Я хочу. Ну смотри, я два сделала, видишь? А ты какой? Вот этот, да? Попробуем угадать, что за вкус. Как вкусненько. Я всегда чурчхелу объедалась прям на нашем Черном море. Боже, там их 1000 видов. Просто такие вкусные. А я, кстати, немного чурчхелу ела. Я только помню. Какую ты сейчас взяла? Темную. Такую? Нет, вот такую. Ну что? Вообще вкусно. Чувствуется другой вкус, да? Мне понравилось очень. Вот это, наверное, гранат. Сейчас мы съели с тобой темный виноград. Я уже готова. Сына, мама пробует, смотри, знаешь, как вкусно? Казалось бы, орех везде чувствуется, но вот этот сок, который сделан, да? Прям разный вкус. Вкусняшка. Самое главное, что мне нравится, что меня сподвигло, вот у меня целая коробка, конечно же, я поделюсь со своими родственниками и друзьями, тем, что это полезно и диетически, в принципе. Потому что, если вам прочитаю... Ну, орехи. Ты знаешь, что орехи полезны, и здесь они очень 30 полезны, грамм. Но они же калорийные вообще. Ну вот калории, 300 калорий, да, получается? Такой. Смотри, здесь присутствует сорбит, природный сахарозаменитель, используется для сокращения калорийности продукта. Поэтому можно еще поделить наши орехи напополам. Калорийность их. Я все здесь. Светлый. Мы все давай с грецкими, да, все правильно? Ну, люблю я чурчхелу, да. А это, по-моему, свежий виноград, да? Наверное. Блин, какой кайф. Оранжевый – это абрикос. Вот мне больше всего понравилось вот светленькая и две темные. Да? Прям вот больше всего. Идеально вкус для меня. Все чисто. Фундук. Вот. Скажите, кто любит чучхелу? Покажу. Теперь настало время фундука. Еще не проживала уже. Я давно прожила. Прожила темно, да? Тебе нравится фундук? В принципе, неплохо. Но с грецким орехом мне нравится больше. Ну, это на любителя, да. Я вот тоже с грецким орехом. Мне очень нравится с фундуком. Ну, я думаю, любителям фундука. Ну как, да, наоборот, да. Радость. Чувствуется фундук прям кусочками. День
у тебя пока что только один зуб. Ты не потянешь чуть-чуть. Я уже объелась. Ну, за счет орехов, да. Офигеть. Чуть-чуть совсем порезали и уже наелась. Как бы это доесть теперь. В общем, что хочу сказать. Грецкий орех вообще офигенский, вкусный. Любимые сладости с Кавказа. Это такой магазин, где вот такие сладости с Кавказа. Там есть чучхелы, там есть пастила и еще, по-моему, что-то. И очень все классно запечатано, вот прислали, да? Ну да, прям хорошо. Очень качественно сделано, очень вкусно. Действительно, очень большая коробка. Большое спасибо, потому что все мои кипиросники будут довольны. Я оставлю внизу ссылочку, где можно посмотреть и заказать. Если вы любите чучхелу и хотите качественную чучхелу, а не как, вот знаете, где-нибудь в Пятерочке. Не в Пятерочке, а вот это, когда чучхела пахлава. Не упакованная, ничего, и не знаешь, как что сделано, да? Короче, мне кажется, что вот так очень круто. Я обожралась просто двумя этими кусочками. Все, мы пошли дальше есть чучхелу. А с вами прощаемся, до следующего видео. Пока-пока.